Всем здрасте. В общем, клины готовы. Начинаю задумываться об оправах. Сегодня день выходной, воскресенье. Обычно у меня он рабочий всегда, но так как у меня нет материалов нужных, а магазины закрыты, поэтому плавно начинаю работы, подготовки. Вот шаблоны для шаблоны для оправ вот к этим клинам большим. У меня, в принципе, вот тут под рукой сейчас вот такая вот груда уже скопилась. Вот их выкинуть жалко, как бы. Так, пускай валяются тут. Вот. Ни одна основа не подходит, как говорится. Это как обычно, всегда приходится каждый рисовать заново. Вот, нарисовал вот такую вот оправку. Ближе к классике, немного интересную. То есть так, не прям совсем прям вот классика. Сейчас я ее переведу на более жесткую основу и начну подготавливать хотя бы пока древесину. И думка у меня такая. В общем, я вчера опять начал издеваться над своей бритвой. Опять пробовать ее на разных тут фиговинах. Выкручиваться, выкорячиваться и маленько подзабылся. Маленько заигрался. И, в общем, одним словом, я свою бритву маленько подубил. Ну, ей 3 года. То есть, как бы, бритовка уже... Ладно, она была просто вот для бритья, просто для пользования. О, еще кучку шаблонов нашел. Тут же на столе. А вот, может, от этой бритвы даже. Какой-нибудь из них. Посмотрим. Вот, бритовка не просто была у меня для бритья. Она больше была не для бритья даже, а для тестов. Тестировал все. Пасты, ремни, камни, выкрутасы всякие там, протравы. В общем, что она только не повидала за эти 3 года. Она единственная только раз полгода вообще. То есть, тупо занималась своим делом. Как вот ей брился и все. А вот вчера смотрю, что у нее просела чуть-чуть середка. Я знаю, почему она просела. Я знаю, я пробовал переваливать на краю. Доигрался, конечно же. Мне просто было интересно, если я на краю буду переваливать, интересно, заточка, как будет себя вести. Ну, как? Никак. Не надо повторять вот такие мои ошибки. Ну, это ошибки для того, чтобы понять истину. То есть, если я не буду ошибаться, я не пойму, как оно должно быть правильно, как оно должно быть лучше. Понимаете, в чем дело? То есть, если вот берешь за дело и не ошибаешься, это, как говорится, ты не ты. Кто ты? Не знаю, волшебник, наверное. Только волшебники, наверное, не ошибаются. И то фиг его знает. Сделать хотел разум, а получил козу. Ну, как бы, да и слово «мастер» звучит громко, когда вот меня называют мастером, я даже как-то напрягаюсь. Потому что, ну, чем я отличаюсь от обычного человека? Да ничем. Единственное, что мастер имеет какое-то отличие, то есть от большинства людей, только тем, что он в какой-то мере сумасшедший, потому что тратит свою жизнь и средства на свое любимое дело, а не на что-то либо еще. Весь погружен в работе, в думках, именно только в своем рабочем процессе. Опять же, на своем любимом деле зацикленный человек, который постоянно что-то делает, что-то новое придумывает, ошибается, огорчается, теряет средства, теряет все, время теряет. Это время наше... Годы уже как бы на счет каждый день. И поэтому вот только этим и отличается. В общем, я себе решил сделать бритовку. Заодно как бы завести бритвы и заодно прогнать для себя. Пока что у меня мысль о клине. Вот таком вот клине. 75%. Но на Дамаск я сейчас не потяну, потому что
средства у меня и на 8, в принципе, не тянут. Но не подумайте, что я там какой-то там бедный человек, там весь такой прям, он меня пожалеете, еще попробуйте, да, ага. Я он далеко не бедный, просто все деньги уходят вот в работу, в какие-то заботы, все туда вкладывать надо. Где-то, например, у меня человек, там, например, знакомый, там, друг, там, даже постоянный какой-то покупатель, он бритовку, например, захотел, она у него там 20 с лишним тысяч. Конечно же, я вложил свои деньги, конечно же, я сделал весомую скидку. Вот. Ну, себе на бритовку, опять же, не осталось. Это нормально. То есть, я люблю делать подарки. Я люблю делать щедрые подарки, но, опять же, по возможности, если возможность такая существует. И поэтому вот как бы из края в край, вот так вот, сам для себя никак не соображу бритовку новую. Вот, ну, странно, да, звучит. Сапожник без сапог, в принципе, да, чего странного. Поэтому берусь за работу. Хре, базары разводить, как говорится. Погнали. Ну вот, на более жесткую основу, пластик, конечно. Но мне ввести хватает. То есть бритовка будет упакована как-то так. Думаю, даже укоротить, наверное, надо. Что тут этот задник маленько длинный? Ну, это в процессе работы. Там все это просто делается. Ладно, что ж. Начинаю подготавливать. Вот такую сейчас древесину взял. С названием Эти мое, если по-нашему сказать. Ну и сейчас пока буду рыскать, смотреть, еще забубендить. Так. Вот главное не увлечься. В общем, сделал я вот из эти мое и мербау заготовки. Вот эти вот места будут в итоге в оправе. Дальше, я что подумал, ну вот Тимое, Мербао, все здорово, вообще люблю древесину в оправах, в принципе, но хочу добавить конкретной прям практичности, опять же необычности, элегантности какой-то там, вот все это вместе, я раньше так какие варианты делал, и поэтому вот на этом сейчас тормознусь, я сейчас их вырежу по контуру, просверлю и на этом тормознусь, потому что я буду все-таки дождаться, когда я приобрету G10 толстую, из толстой сделаю тонкую и сделаю из нее не просто вот так оправу, хотя это уже далеко не просто, тут двойной клин, тут, то есть, ну, я имею в виду, вот клин, это идет вот это, то есть, на сужение с, вот, толщины, это первый. Идет второй вот сюда вот, то есть вот закат, это опять же ребро жесткости, это не только для вида какого-то. То есть есть два ребра уже жесткости. Выравнивание плоскости изначально, то есть когда это все еще в заготовках. Это все делается до того, как вообще просто вот такие пластины получатся. То есть до пластин еще даже делается плоскости. И это каждый раз, то есть там очень много движений, очень много работ, забот. И думок, но хочу сделать вот из G10 вот такого варианта, но уже более такого интересного. То есть интересный вид будет, интересный на ощупь и вообще интересный, ну и практично, само собой. Ладненько. Поехали дальше. Ну вот примерно так все вот. Вот на этом я тормознулся. И чтобы просто не отсиживаться и не дожидаться понедельника, я завел 5 бритв из дамасской стали. Это вот такие вот были уже вот на сайте. Они там, по-моему, еще есть одна или две. Одна, наверное. Вот такие маленькие уже ободранные. Вот этих 5 штук. Вот. И одна штука для себя. Ну, жаль, конечно, что не из дамасской стали. Я к ней уже вот так вот привык. Я уже столько времени брился дамаской. Ну, что теперь? Надо и U8 побриться. Вот это моя бритовка будет. Сейчас я их размечу. То есть, где какая сталь, какой год и вперед.
Ну, вот так вот на данный момент. Эти вот были уже немного подготовленные. Вот еще такой же. И кто доподготовил, как бы с ними уже попроще. Больше всего как бы ободранного. А тут вот, ну, пободрал. Да, пободрал. Пободрал, да вот так вот. В общем, по грубенькому, по маленькому. То есть, как бы, ну, нет сегодня настроения. Как бы рисовать, творить, нет настроения. Для этого нужно прям вот прийти с таким прям вот задором, и тогда все будет как надо. А если сейчас я возьмусь вот так вот кое-как, да вот вроде бы надо, да, вроде не особо охота, но сделаю все-таки, и в итоге выйдет фигня полнейшая. Но так как у меня там не катит, то я вот такую все штуку, фирменный ремешок с фирменным логотипом, с фирменным отверстием, зашлифовал кожу натуральную, то есть натуральную, не прессовка. Сейчас я покажу, как бархат играет, наверное, будет видно. Вот, видите, палец провел, это ворс перевалился в ту сторону, обратно веду пальцем, ворс переворачивается в другую сторону. Вот здесь может быть видно, здесь отсвечивает, во, вот он как он, на цвет ее видно. Вот так это работает настоящий ремень из настоящей кожи. Настоящая кожа должна быть, то есть и не упругая слишком, и не мягкая слишком. Она не должна бояться, вот, ну, где я вам показать, не знаю, вот изломов, к примеру. Вот давайте я ее сломаю, вот так, вот пожму, все. Вы найдете это место слома? Не найдете, оно восстановилось. Это невозможно просто сделать так, чтобы, например, этот слом остался как-то потом, впоследствии. Это кожа, это натурал. Поэтому нет, вот такого, ну, не может просто быть, ну, никаким образом. Никаким. Вот это у меня самый толстый, который возможен быть, который вообще может быть. И вот так вот она выглядит, опять же, в натуральном своем состоянии. Ну да, не презентабельно. Да. Мусор собирает, дрань полнейшая, да, ну как-то не эстетично, вот одним словом. Но это натуральнее некуда уже просто, насколько она натуральная. И это лучше нет, лучше нету того цвету, как говорится в песне, для бритовки. Поэтому вот себя порадовал таким вот ремешком. Кстати, была мысль вообще сделать таких вот ремешков на сайт, да развесить по 1000 рублей. Ну все лучше, например, там у меня вот по 1000 рублей сейчас висят ремешки, произведенные в советы, во времена советов, как бы вот так. А, ну они, как бы вам объяснить, там кожа уже вот имеет какие-то микротрещины, там есть один, наверное, два, может, максимум ремешка, которые еще более-менее нормально сохранились. Остальные уже просто время убило. Ну и хранили, наверное, их, видимо, в каком-то суперсухом месте, где они прямо реально пересохли, задубели маленько. Хотя кожа там все же мягкая и потрескалась. Но и даже на тех ремнях сломать кожу это просто невозможно. А иногда такие вопросы возникают. А что ты делаешь, когда тебе нечего делать? Чем занимаешься? Ну вот слово... Нечего делать, такого слова нет. То есть понятия такого нет, нечего делать. Делать есть всегда, что главное, чтобы было желание. То есть без желания лучше не делать. Потому что без желания начал делать, обязательно напортишь, накосячишь, обязательно что-нибудь сделаешь не так. Вот. А я всегда вот посмотрю, что там у меня в заготовках. Смотрю, ага, это заканчивается, это уже нету, там еще что-то надо там сделать. И вот эта постоянка, она как бы в постоянке, как бы так сказать, заботы всегда есть. Вот, к примеру, спросили, сейчас посмотри, наверное, уже, ну-ка. Нет, не надо. Спросили, почему я заточкой не занимаюсь, почему я отказываюсь от заточки бритв. Ну, честно сказать, связываться неохота.
Я тут как-то посмотрел, некоторые люди связываются, потом их носом тыкают, мол, а я вот так хотел, а я вот так это видел, это раз. Во-вторых, ну, меня носом ткнуть сложно, потому что, ну, сделаю, потому что как надо, а не как получится, поэтому это ладно. Поехали. Хочется какого-то просвета в работе и хочется полениться, тупо полениться. А для этого нужно хоть какое-то время. И заточка бритв это время просто как бы перетечет все это свободное время на заточку бритв. И в итоге я вообще не увижу света белого, как говорится, вот так вот. Ну, я, по сути, не против. Но как я с вас буду деньги брать, да? Ну, как бы непривычно. Мне вот сейчас заказывают бритвку, я бесплатно точу. А если я буду бесплатно точить, так меня вот тут вообще засмеют. Меня и так уже засмеяли. За то, что я на бритвах навариваю 1000 рублей. То есть прибыли. Но это прибыли нельзя назвать, потому что тут затраты больше, чем прибыль. Это называется уход в минус всегда, постоянно. И как бы, ну да, я могу обнаглеть, как-то переступить через себя, наверное, что ли. И взяться за платную заточку. Но я вам точно скажу, что я вам там за 700 рублев точно не буду этим канителем заниматься. Только даже на почту бегать уже чего стоит. Поэтому не из-за того, что я жадный, не из-за того, что я там алчный, а из-за того, что мне нужно держать вот это все производство. И то есть вот то время, на которое будет потрачено на заточку бритв, оно не компенсирует мне вообще никакие затраты. И поэтому я еще больше уйду в минус. А мне это надо, а мне это не надо. Я и бритвками занимаюсь только для того, что мне это, ну, любимые занятия. Иначе бы я давно это все бросил. Потому что, ну, как бы, нет смысла работать без смысла. Ну, как я сказал, нормально? Вот. А нет смысла, тогда зачем этим заниматься? Единственный вариант, если это ваше любимое дело. И без него вы, ну, никак, прям, ну, никак. Вот понимаете, в чем смысл? Поэтому я как-то стараюсь отбрыкиваться от того, от тех предложений, например, заточки бритв. Вот оно меня прям раздражает. Например, вот, ну, сделать оправу там, например, а меня тоже раздражает. Нет, конечно, своим друзьям, своим знакомым, пускай дистанционно мы друзья, но я им сделаю бесплатно и в первую очередь отложу все свои дела. А так просто, не знаю кому, какому-то пришедшему из ниоткуда, не знаю, я не хочу делать, честно скажу, ну, нет желания. Просто нет желания. А мне там деньги, ну, не нужны такие, то есть как бы они мне не восполнят мой баланс в производстве. И мне нет смысла, ну да, давайте там за ручку 10 тысяч, да? Конечно, я их положу опять в кассу, опять на бритвы, и это восполнит, но вы же 10 тысяч не готовы, например, за оправу к бритве выложить, так ведь? Не готовы. А я не готов, например, за 1000, за 2 тратить там минимум полдня, это минимум, это в лучшем случае. В случае на одну оправу, и за все это время я опять угорю в деньгах и опять пойду в минус. Мне это не интересно, видите? И мы с вами как бы вот так вот не на одной волне. Вот в чем смысл. Так что не подумайте, что я там какой-то алчный, какой-то там мутный фрукт. Я просто говорю как есть. Вы знаете, правда, она никогда не бывает сладкой. Красивой там не бывает. Ладно, шайбочков поднаделал. Желания еще раз заводить нет. Хватит пока на первые, прямо самое первое время. Сейчас еще по чуть-чуть что-нибудь пошвыряюсь и хватит. На сегодня, думаю. Ну что ж, очередной день ковыряний. Магазин сегодня приехал. G10 у них нет. И в ближайшее
в будущем не будет. То есть в течение как минимум месяца полтора, вот так вот как минимум. Поэтому было решено прикупить эбен, натуральный черный эбен, тяжелый, плотный, полировка очень у него шикарная выходит у этого эбена. Вообще вес как будто от железяка, а не древесина. И что еще? Там будут такие легкие-легкие, такие бежевые прожилки. Их тут сейчас не видно, но они там есть. В общем, ну, шикарные. Вот если бы вот кость, к примеру, вот рог там и вот эту вот штуку, я бы вырвал вот только эту штуку, потому что это реально шикарная вещь. И что еще? То есть взамен G10 это вот корень туи. Корень туи будет у нас на правах. Я раньше как-то из него производил, но для сайта еще нет. Еще не было такого момента. Вот. Смотрите сами. Это все в грубом, не шлифованном, не полированном состоянии. Представляете, что будет, когда это все будет уже в готовом изделии. Это будет сказочка. И, кстати, пахнет интересно духами какими-то. Вот реально духами, когда древесину обрабатываешь, она прямо запах духов. Вот. Ну что ж, это принес свою бритовку, которую я маленько подпортил. Сейчас буду ее править. Но это уже другая история. Займусь пока ею. А то бриться нечем. Я не зря завел себе вторую бритву. Потому что ну, просто нечем бриться, когда свою бритву зафигачишь. Вот такую вот я себе завел. Буду делать теперь вторую, чтобы была запасная, на крайний случай. Ну вот, восстановил свою бритовку, только оправу не сменил. Вот она уже вся в хлам, уже просто переточена, в хлам. Она стала еще чуть-чуть уже, ну там совсем чуть-чуть, конечно. Но, если там микрометром замерять, то она реально уже чуть-чуть. В общем, я теперь уже не переживаю по этому поводу. Я ее или куда-нибудь, да нет, я ее оставлю запасной. Мало ли что, я же люблю экспериментировать, тестировать, поэтому как бы мало ли что, пускай будет запасной. Пока побреюсь, вот сегодня мне бриться надо как раз, я не просто так за нее взялся. А себе сделаю клинышек, и поэтому будет у меня уже вторая бритва, и тогда я уже так сильно переживать не буду. Вот, давайте я выпущу уже это видео сегодня просто, покажу вам, что да как делается. Потому что пока похвастаться готовыми изделиями не получится, потому что у меня сегодня голова трещит. Просто крепчак, там, ну, аж плывет все даже в глазах, поэтому я просто, ну, не могу сегодня ничего нормального делать, и поэтому я домой, ребят, я домой. И больше вас беспокоить видео не буду, пока вот эти бритовки не будут собранными. Все. Пока. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то это было интересно, полезно. А я с вами прощаюсь до того, как результаты появятся уже и будет что вам показать. До свидания.